полузащитник футбольного клуба «Алания», Будто Магомедов. Будто с победой. Сегодня немного необычная схема была у нашей команды. Каково было тебе играть при этом и, на твой взгляд, как прошла игра? Ну, тренерский штаб решил сыграть так. Как видите, результат положительный, значит, мы все делали правильно. А наша задача – выходить и выполнять тренерскую установку, поэтому мы готовы играть по-разному, как нам скажут. Все было нормально. Перед матчем «Торпедо» опубликовала в своих социальных сетях картинку, которая указывала на поражение в прошлом туре. Насколько это лично тебя и вообще команду дополнительно замотивировало? Я бы не сказал то, что дополнительно, но так запредельная мотивация была. Потому что нам нужно догонять лидеров в первую очередь. Во-вторых, у нас неудачная серия с «Торпедо» была. Из трех матчей, да, получается, без побед. И в каждом матче чего-то не хватало. Поэтому нам нужно было выиграть сегодня. Ну, как я понял, они хотели посмеяться над нами. Поэтому смеется тот, кто смеется последний. Еще раз с победой, спасибо. Спасибо.